Здравствуйте, товарищи. Играем в Mortal Kombat 11. Special Forces Desert Command. Играем за Терминатора. Лю Канг, блять, в рот он ебись. You are done wreaking havoc, Terminator. My mission is incomplete. It ends now. Round one. Fight. Блять, лагает, пидор. Реванш. Око захват. Око захват, блядь. На новичков работает безукоризненно. Лагает, блядь. Почини, блядь, свой домофон. Блядь, из-за этого...
захватами решил играть. Что-то я не припомню, блядь, выпуска без Скорпиона. Хорош, блядь, забрал раунд. Final round. Fight. Пизду, блядь, пошел. Выбесил, сука. Око захват. Сдался противник. The Terminator wins. Flawless victory.
two. Fight! Ходит, захват делает. Я тоже, блядь, захват сделаю. Реванш у нас. Противник выбрал Скорпиона на реванш. Закончили упражнение. Сука, блять, заебали. Пока захват. Ожидаемо. Но мне похуй.
The Terminator wins. У нас реванш будет. Противник выбрал Джонни Кейджа. Мне кажется, он им играть не умеет вообще. Erased. Round two. Fight. Око захват. Джекс у нас следующий противник. Джекс традиционно очень силен. Плюс я против него играть не умею. Ready.
Резвый молодой человек, блядь. Реванш у нас. Все оверхеды, блядь, ловит. Жрет их просто, как, блядь, голодная псина. Пока захват. Блять, вообще тактику не менял. Видит, что нихуя не работает, делает одно и то же, блять. Попадается на одну и ту же хуйню все время. Блять, заебали эти скорпионы, как будто, блять, в игре никого нет, кроме этого говна. Блять, а у меня нет усиления. Окей. Метра, блять, нет, сука. Блять, что ты делаешь, ёбаный в рот? Реванш у нас. Блять, нет же. Нихуя. Блять, подходит просто и хуярит. Пиздец, блять.
Вообще все похуй. Все похую, блядь. Еще партийку разыграем. Stand down. He wouldn't hurt me, would you, sweetheart? Wrong. Round one. Fight. Реванш у нас. What? No roses? Just guns. Welcome to the jungle. Round one. Fight. All finesse. Хорош, блядь. Блядь, а... Хорошо я, блядь, за Кейси Кейдж играл, примерно знаю, где у него слабые стороны, где, блядь, дырки. Но он на оверхед, блядь, нарвался все равно. Get over here. Товарищи, на этой позитивной ноте будем заканчивать. Противники опять не очень.